Вот она, Лада Приора, белый. И вот она, маленькая у нас умятина. Вот такая вот. Что тут было? Бетономешалка побывала. Бетономешалка. Мешала-мешала и... Да. И намешала. Блин. Сейчас попытаемся к ней долезть. Машина. Вот крючок для управления умятин. Вот такие оказии бывают. Можно на работе сегодня, нет? Завтра лаборатор штипать надо. А для чего? Пока погода. Ну а зачем нам? Нам наоборот, чтобы податливая была. Ну да, завтра. Ну а мы сейчас покажем крючок. Можно еще чем... раз ее, в принципе, замкнуть. Да. Все, достало. Снаружи, да? Вот таким крючком для управления вмятин. Можно. Так, а как куда петля была? Сюда? Что-то я не припомню. В бок. Угу, все. Вот так. Вот она петля. Не, ну в смысле не первый год в бизнесе. Так, сколько их было, да, Паш? Да. Вот таким вот крючком можно открыть. Вот она наша вмятина. Вот она моя рука. Ну да, теперь бы все это выгнать на место. У меня предчувствие, что все получится. Хорошее предчувствие. Вот он, волшебный крючок такой от фирмы А1. Он должен все сам делать. Вот что пока получается. Еще все скучно. В принципе, это уже основной залом выскочил, осталось вот сколько, а было вот столько, то есть треть уже подвыгнулась, но еще все очень грустно. Так, продолжается ремонт вмятины нашей. Вот такая она еще некрасивая. Не хочется делать лишних наколов и лишнюю работу. Поэтому надо очень-очень аккуратно к этому подходить. Иначе, как говорил наш классик Жванецкий, одно неосторожное движение, вот вы уже и отец. Так что потихоньку продолжаем. Тут и клей, и пробойники, и фен. В общем, все задействую, что возможно. Пока что результат очень такой сомнительный. Вот клеимся мы грибочками. Потихоньку подтягивается металл туда, куда надо. Вот еще эту ложбинку надо на место поставить. И вот она темным вмятина проглядывается еще возле ребра. Ну, в принципе, уже не так страшно, как было. Уже полегче.
Вот уже в ход грибки идут, которые поменьше. Уже дефекты меньше становятся, но их больше. Ну вот оно наше неспокойное место. Уже залома как такового, в общем-то, почти нет. Остались отдельные ямки, плюшки. Ну это вот, вот восьмикратное увеличение я даю. Только что вот приклеился кусочек клея, вот еще виден. Ну потихоньку, помаленьку из этих буераков надо выбираться. Ну, вот что получается. Еще неровности, конечно, есть. Да нету уже неровности. Да куда там нету? Вон. Ну, шагрень там заласкать. Еще куча. На самом деле. Да. Да, идеально, только все криво. Да ладно еще. Тебе. Все надо доравнивать. Братва довольна. Да. Ну, в общем. В итоге. Вот как сказал хозяин, все нормально. Идеально. Вот, даже сказал, что идеально. Лучше, чем. Лучше, чем было. Лучше, чем заводское. Да ладно, перестань. Ну, как-то так. Сейчас надо полирнуться, убрать сопли. Все. Ну, сразу невооруженным глазом видно, что с салона было хуже. Сейчас гораздо лучше. Звезда Ютуба. Теперь сами хозяева собирают. Фары ставят. Ну, а как же надо. Ставятся фары, мары, все что надо. По скриптум ставим колесико. Вот уже собирается машинка ехать домой. А домой за 100 с лишним километров еще ехать, ну, да? Да? Ну вот последние штрихи. Ну вроде как все получилось. Все срослось. Ну здесь, в смысле, это грязь. Просто. Да это грязь, он это вытрем рукой. Чего сниму, пока хозяин тут крутит, вертит, все. Пойдет. Реально превзошло ожидание. Ну да. Реально, вообще ничего не видно. Как будто его, блядь, и не было этой вмятины. Хотя вмятина была с заломом. С приличным. Ну дай бог. Как говорится, на здоровье. Значит, не зря мы день прожили. Ну да. Да.